Люкс-карты. Программа 100 градусов Цельсия приветствует гастрономических эстетов и всех тех, кто интересуется секретами ресторанного закулисья. Вместе с вами мы продолжаем наблюдать трансформацию спортбара «Элеон» в рейтинговый ресторан «Аргентина Гриль». Сервировка стола – это действительно высокое искусство. Представьте, что столовые приборы и блюда – это кисть и краски. Стол – ваш холст, а вы – художник, который творит новое полотно. Сегодня я расскажу вам, как правильно сервировать стол, учитывая все необходимые нюансы для того, чтобы правильно разложить приборы, расставить стеклянную посуду и все тарелки. Первонаперво на столе должен быть чисто выложенный текстиль. Сервировка стола может меняться в нюансах в зависимости от направления. Это застолье, романтический ужин или же деловой обед. Самое первое на стол ставится закусочная тарелка, которая используется для подачи холодных закусок и горячих закусок. Холодная тарелка должна находиться на расстоянии 2 см от края стола. Многие профессионалы используют два пальца для того, чтобы замерить это расстояние. Следующий ставится на стол пирожковая тарелка. Пирожковая тарелка ставится слева от гостя, затем выкладываются приборы. Самыми первыми выкладываются основные приборы, которые будут использоваться для употребления горячих основных блюд. Первым выкладывается нож. Затем выкладывается вилка на таком же расстоянии от края стола и от тарелки. Следующими приборами выкладываются закусочные, то есть закусочный нож и закусочная вилка. Закусочные приборы используются для употребления горячих закусок, холодных закусок и в некоторых случаях еще и десертов. В последнюю очередь выкладываются приборы для десертов. В последовательности нож ручкой вправо, вилка ручкой влево и ложка ручкой вправо. После того, как мы засервировали приборами, мы сервируем стекло. Гости ресторана – это, по сути, и есть настоящие критики. Их мнение является безусловным и эталонным мерилом успешности ресторана и выражается в денежном эквиваленте. Наш ресторан будет называться «Аргентинский гриль». Самые большие сети стейкхаусов, так называемых, или ресторанов, готовящих стейки в мире – это имеющий латиноамериканский такой отзыв, да, в корне. Сам ты бывал в подобных заведениях? Конечно, да, бывал. И более того, в Майами первое заведение, которое я посетил вот в таком стиле, оно было бразильским, Фуга де Чао, по-моему, если не ошибаюсь, называется. И там вот первый раз я познакомился с этой системой. Вообще было очень интересное место, очень интересный ресторан. Там на входе был гриль, вот как бы как витрина, да? И там жарится нереального размера какой-то громаднейшая коробка. Они готовят там несколько вариантов мяса на гриле. Вот. И в течение вечера, или там сколько там будешь находиться, они все время его выносят в зал. То есть пока не лопнешь, можешь есть, да? Да. И удивляешься, что, например, зеленый кружочек, если он у тебя зеленого цвета на столе, тебе будут постоянно его подносить. Вот. Как только плохо, чувствуешь, что да. Все перевернул на другую сторону красного цвета, никто к тебе не подходит. Подожди, так, кто же из наших перевернет его на красный? Ты че? Я не умею останавливаться. Попытки-то. Когда вкусно, реально. Сервированный стол – это гармоничное произведение, и здесь играет роль все, начиная от формы и длины стола и заканчивая столовыми приборами. Самым первым бокал ставится под безалкогольный напиток, он же является самым большим бокалом. Вслед за этим ставится бокал немного меньше и ниже, но под алкогольный напиток, в нашем случае это бокал под красное вино. И самым последним, ближе всего к гостю, самым маленьким стеклом является рюмка, так как гость пьет водку. То есть в такой последовательности, что самый низкий бокал ближе всего к гостю, самый большой бокал дальше всего от гостя. Данная сервировка стола является эталоном сервировки для гостей в компании «Люкс-карта». К сервировке мы тоже подошли по-своему. Мы приняли, скажем так, единый стандарт, который только что показал вам Александр. На самом деле идеальной сервировки не существует. И та сервировка, которая принята в нашем ресторане, тоже не является эталоном. Самое главное – это комфорт и удобство для наших гостей, чтобы каждое посещение ресторана в нашей сети оставалось для них незабываемым и приносило только приятные впечатления. Мебель играет важную роль в интерьере заведения. От нее зависит многое, даже в какой-то степени посещаемость и популярность ресторана.
Начнем с того, что я предлагаю обсудить планировку. У нас есть в нашей Аргентине три зала. Они по номерам расписаны. Это первый зал идет стеклянный. Второй – это зал, где у нас от входной зоны, от холла. И третий зал – это у нас зал больше как банкетный. Нам необходимо на данном этапе обсудить концепцию и принять решение, и также подобрать мебель. Напомним, интерьер нашего будущего ресторана «Аргентина Гриль» будет выполнен в стиле лофт, который предполагает открытую планировку и большое количество свободного пространства. Что касается мебели, она должна быть максимально простой и функциональной. Этот вариант более типичен для Аргентины и для планировки, в которой мы потом можем применить и банкеты. Мы ставим по центру разделитель, диваны на две стороны, так называемые, назовем их вагончики. Мне очень нравится идея, когда вот эти вот диваны мы хотели применить. Такая черная старинная кожа, это на самом деле такой аргентинский колорит, классный. Те, кто занимаются по мебели, по столам, подготовили нам образцы отделки, какие у нас могут быть варианты столов. Вот лежат образцы, можем сейчас подобрать, просмотреть. Давайте глянем. Мне это больше нравится. Это для столов, да? Для столов, да. По цветовой гамме. Здесь сделали прокраску и подписали номера. Я рекомендую 91 номер, 326 и 318. Почему мы не применяем другую цветовую гамму? Так как у нас нет оттенков красного, желтого. Не хотелось бы именно вот эти образцы мы сразу откладываем. Да. Необходимо на данный момент сделать опытный экземпляр стола. Топка есть. Буржуечку затопите, пожалуйста. У нас сегодня запланирована встреча «Мягкая мебель». У нас уже готовы те проработки, которые мы выбрали в прошлый раз. Сделали опытные экземпляры, ребята, и ждут нас, чтобы посмотрели. Может быть, мы просто мотнемся туда и посмотрим, чтобы время не терять. Да, наверное, будет так правильно. Почти везде существует гротация прожарки, да? Ну, конечно. Официант обязательно спросит. Да. Медиум там, или, например, там по-английски вообще там полусырое мясо, да? Там 6 или 7, ну в разных заведениях по-разному, на самом деле. А вот скажи, вот интересно, по твоему опыту, вот самое непрожаренное мясо, которое ты ел? Вообще, на самом деле, все вариации, связанные с мясом, я перепробовал в Штатах. Они просто берут тупо, так вот кидают, ну, вот, например, нью-йоркский стейк знаменитый. Это кусок мяса такой, где-то полуторакилограммовый, вот такой толщины. Ты думаешь, оно жарят на решетке? Вот я просто прозрел. Это они просто берут тупо, на эти угли сверху кидают этот кусок мяса, и он горит там. Потом переворачивают, также точно там достали его, буквально там, ну, 30 секунд там на одной стороне, 30 секунд на другой стороне, достали, взяли такую щетку специально, вот эту гарь все убрали, все, пожалуйста. А в чем же дело? Все в маринаде? Это мясо как-то вымочено определенным способом, да? Ну, я думаю, что, во-первых, это совершенно верно, это особое мясо, скорее всего. Ну и второй вариант, это, я думаю, что все-таки маринад. Я смотрю, постройки мы должны вроде бы как успевать, наверное, к середине сентября запуститься. Середина сентября – это оптимистичный прогноз. Кажется, тут стройки еще месяца на два. Это дай бог, чтобы теплый сентябрь был, чтобы мы смогли летней площадкой дотянуть до октября, людей. Принцип самой стройки, она закончится, мы закроемся. Вопрос останется внутреннего интерьера. Потому что у нас какая-то не доедет мебель там из Испании, из Италии. Но это будет вообще настолько, настолько незаметно для любого человека. Причем можно, кстати, Люджан, это по твоей части. Можно открыться, предположим, если двери не успели сделать, написать, здесь будет дверь. Она еще не успела приехать. Мы все равно видим, мы сможем открыться. Вопрос, когда делать официальное открытие и звать гостей. Именно торжественно на октябрь, не раньше. Здравствуйте, Света. Вы нам прислали эскизы, и уже можно посмотреть на готовые изделия. Скажите, мы посидели на стульях, вот я четко с Олегом на одном мнении. Эти стулья более удобные и более комфортные. За счет чего? Спинка рассчитана под эргономику спины человека, она немножко скруглена. Поролон наклеен, кроме того, что наклеен по-другому, он еще и другого качества. То есть он получше, чем на вот этот стул. Подороже, наверное, будет получиться изделие. Ну, гривен на 150 будет это дороже. Да, в котором изделие. Да, ну тоже, но не особо большая проблема. Свет, ну очень мне понравилась ваша работа. Это действительно получились очень эргономичные небольшие кресла, очень удобные. Они выглядят, самое главное, очень стильно. Этот винтаж, как раз которого мы хотели добиться, нам
нужен для реализации нашей идеи в Аргентина Гриль. И я думаю, что у нас как раз получится с вами подписать теперь этот контракт. До открытия ресторана «Аргентина Гриль» осталось не так уж много времени, но работы команде «Люкскарт» предстоит еще много. Как дальше будут развиваться события, смотрите в новых выпусках программы «100 градусов Цельсия».